Мэдди Санкис на интервью спросили, мешал ли вам характер и что вам говорит? Не состоялся матч с Сериной Уильямс, так как американка снялась до встречи. У Маши все... Первая, видимо. Но и не всегда стоит обращать внимание на рейтинг. Даже Векич, например, стоит не так высоко, но перенесут их матчи. Надеялась на чудо до последнего Сирена и ее команда. Ну, в тот день неожиданно... Порой нужно быть осмотрительнее. Вот еще раз, подача выигрывает очко россиянка. Нужен этот гейм Марии Шараповой. Не следует отпускать. Опережает. Нас опережает Мугуруза Марию Шарапову. Да, весь корт открыт, и этим пользуется испанка. 3-0. Пока идеальный баланс в игре на задней линии Мугуруза. И правильное решение принимает Шарапова, несмотря на то, что даже не все укороченные проходят идеально. Берется. Молодец. Вроде от... Бьется за то, чтобы выиграть первый гейм. Россиянка. Ну, счет... Под ноль. Гейм первый для Марии. 4-1 Мугуруса ведет. Но в последнюю секунду принимает решение, куда же направить удар. Тот угол, где Мугуруса. Не нужно тратить время на то, чтобы поставить ногу, разогнать себя. Она просто разворачивает плечи в открытой стойке. Играет. Ну вот к концу сета наконец-то приняла. Выигрывает первую партию Гарбиньо Мугуруза со счетом 6-2. Во время затяжного розыгрыша, да? Срывается. Королева воин. Зена нервно курит в сторонке. Вы видели, как Мугуруза выходила на корт? Невероятно. Видите, опять. И делает брейк Мугуруса. В начале второй партии. Вот матч Халеб. Топтаться на месте. Да, пока ты добавляешь в одном компоненте другие. Перемены. Ну вот, это она точно никогда не поменяет. И все-таки ошибается. А Маша и отрыв с явным преимуществом. В основном у Шараповой. Ну, как мы отмечали, сейчас уже другая жизнь. Не то, чтобы Маша ее снесла с корта Плешкову. Какие-то тоже моменты были, когда оборот. Ну вот десятый мяч. Ой-ой-ой. Еще один мяч уходит, и это матчбол. Двойной матчбол появляется. Выигрывала и на медленных кортах. Три года подряд на обязательно финале большого шлема, да? Вот и все. Гарбиньо Мугуруза проходит в следующий круг. 6-2, 6-1. Она обыгрывает Марию Шарапову. Совершенно не получилась игра у Марии. Но и стоит отметить то, что выдающимся образом
провела этот матч Мугуруза.